Файрфоны поступили в продажу. Американский онлайн-ритейлер Amazon начал продавать в США свой первый смартфон Fire. Пока устройство доступно лишь у оператора AT&T, лидера национального рынка связи. Стоимость телефона с двухлетним контрактом – $199. Обычная стратегия Amazon – предлагать устройство по низкой цене, получая основную прибыль от продажи товаров и услуг владельцам гаджетов. Amazon необходимо покрыть затраты на выпуск новинки. Опубликованный накануне отчет показал, что в прошлом квартале компания получила убыток на $126 миллионов. За предыдущий квартал она потеряла только 7 миллионов.